Всем привет! С вами канал Тренд Кино. Сегодня мы узнаем, что будет в 9 и 10 серии «Ничто не случается дважды». Вадим увозит свою возлюбленную Машу в Испанию. Телеведущая Аглая предлагает сделать ток-шоу о покойной оперной диве Лидии Потехиной. Никто не подозревает, какую роковую роль сыграла Лидия Николаевна в судьбе самой журналистки. Тем временем нотариус приглашает Аглая для оглашения завещания Лидии Николаевны Потехиной. 10 серия. В Испании Огнев делает Маше предложение незамедлительно стать его женой. Девушка на седьмом небе от счастья. Однако, когда она видит свой свадебный наряд, не знает, что и думать. Платье сшито по моде 90-х. Маша не подозревает, что именно в таком платье появилась на пограничной заставе ее мать Катя. Аглая встречается с отцом Юры Викентием, чтобы обговорить детали завещания Потехиной. Подпишитесь на канал, поставьте лайк.